Всем привет, дорогие подписчики из телеканала Смешного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру с Subnautica. Итак, мы с вами в прошлой серии посетили остров номер 2, дальше подводную базу Дегази. Кстати, где она там? Вот она. 500 метров. А, 500 метров до него. Плюс еще нашли еще одну возможность решить Дегази, но глубина 500 метров. Мы с вами туда погрузиться пока не можем. Нам либо улучшить мотылек, либо построить циклоп. Либо построить краба. Но крабам что-то туда путешествовать не очень охота. В общем, мы сегодня с вами отправляемся это строить базу. Искать новое месторасположение. Но сначала послушаем, какое-то радиосообщение есть. Приоритетное сообщение со спасательной капсулы 13 «Авроры». Координаты прилагаются. В спасательной капсуле находится высокопоставленный пассажир монгольских штатов. Немедленно отправьте данные о возможной смерти. Приоритетное сообщение со спасательной капсулы 13. Координаты сигнала загружены в КПК. Ну окей, давай тогда смотаемся. Добро пожаловать на борт. Нам бы, по идее, бы еще отметить первый остров. И я думаю, там где-то примерно строить базу. Чуть пониже, где-то метров на 100, на 200 опуститься. Главное, чтобы проникал солнечный свет, чтобы пока мы с вами смогли запитать базу от солнечных панелей. Потом, конечно, построим с вами ядерный реактор, но самое главное, это чтобы поверхность была более-менее такая ровная. Ровная и большая, потому что у нас стройка будет глобальная, у нас строить очень много чего требуется. Я прям планирую очень много заниматься постройкой, и эта серия, возможно, даже будет не одна, возможно, даже будет две, именно конкретно по строительству. Мы сейчас тут быстренько разведем эту капсулу. Надо будет только сейчас себе здесь пометить этот значок как красненький. Вот. ...175 метров, это, в принципе, не глубоко. Сейчас быстро там разведаем это дело. В принципе, на этом и все. И потом поплывем в сторону первого острова. Во-первых, пометим его маячком, а во-вторых... ...будем искать место под базу. А вот, в принципе, и капсула. Так. Что-то здесь есть? Биомасса в этом регионе по большей части состоит из растительных форм жизни. Получаю слабый сигнал транспорта Альтеры. Так, окей, ладно, выходим пока. Так, это у нас что был? Это сканировать надо? Мостик циклопа, кстати. Один из трех. Блин, один из трех, это, конечно, круто. Ладно, давай выяснять, что тут произошло. КПК-шку я вижу. Данные нового КПК обработаны. Начата процедура запуска спасательной капсулы. Вход в планетарную атмосферу. Мои создатели, хранители и вседержатели миров, дайте мне носить тень повседневных благ моих, как и я дарую тем, кто ищет благ от меня. Внешние температуры приближаются к критическим уровням. Укажи мне путь в жизни истине любви, ибо со мной сила, я един, ныне и во веки веков. Столкновение неизбежно. Жизнь — это игра, в которую Вселенная играет сама с собой. Я закончил играть этой кучей плоти. Верни меня. Да ёптать, ну плыви сюда-то, ну. Медуза-скат. Так, ну чё, с ним выяснили всё, да?
Так, литий возьму на всякий пожарный. Мостик. Значит, мостик есть еще у нас циклопа. Может быть, даже где-то здесь еще есть. 30 секунд. Все, 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 плыву, мать, плыву. Ладно, мостик с вами будем потом искать. Раз мы решили с вами заняться базой, то давайте заниматься базой. Так, стоп. Ты у нас что такое? Корпус. Корпус у меня есть. А, нет, корпуса, кстати, у меня нет. Один из трех. У меня есть только двигатель. Еще, получается, нужен корпус и мостик циклопа. И у нас будет, в принципе, готовый циклоп. Так, где мотылек-то? Мотыль-то где? Вот он. Потерялся. Так, вот это я что-то не сканировал. Надо сканировать. Нет, не сканируется. Ну ладно. Так, а тебя я сканировал? Костяная акула. Все, я понял. Валим, 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 валим. Так, хорошо. Хорошо. Надо, наверное, всплыть и понять, где остров-то? В какую степь? Так, остров получается как раз в той стороне. Пока, в принципе, можно и так увидеть все. Я думаю, примерно все-таки надо будет где-то... Опа, мостик. Где-то возле второго острова строить базу. Да, мостик, отлично. Два из трех. Ну и так тут сейчас с вами и циклопа соберем. Так, еще один обломок. Так, ну это, по-моему, у нас этот... Да, мотылек. Не, ну тут я не был точно. Отвали. Так, что это у нас такое? Пульсионная пушка у меня есть. Так, еще одну дверь, получается, можно будет справа проварить. А, так тут вообще выход. О, энергоячейки, по-моему, у нас нету. А, батарейки. Нет, батарейки у нас есть. У нас нету энергоячейки еще. Блин, очень много здесь воды получается. Очень много воды. Так, тут тупик. Так, это что? Комната сканирует. Комната сканирует у меня есть. Но это я прошел насквозь. Мне, получается, надо попасть только сюда сейчас. В эту часть. Тут ничего. Так, это что такое? Биореактор. По-моему, биореактор у меня тоже есть. Да. Биореактор у нас тоже есть. 30 секунд. Да сейчас, сейчас, мать. Да, блин, золота уже многовато. Ладно, давайте подышим свежим воздухом. Окей. Так, сварочную на троечку.
Блин, может не хватить, кстати. У меня, в принципе, батарейки есть. Ну просто раз мы возле обломков, то почему бы, в принципе, не закончить с ними уже, да? Такс. Еще вода. Так, ну это у нас, по-моему, кстати, винтовочка, да? А, это лазерный резак. Устройство батареи, зарядка, это не надо. Так, тут пусто. Это модификационная станция, тоже, в принципе, не нужна. А, ну и, в принципе, и все получается. В принципе, и все. Модификационная, зарядка, резак лазерный. Да, здесь получается, в принципе, все. Пушка пропульсионная. Так, ладно, всплываем, надо понять теперь, куда я плыл и где остров. О, рифоспин. Так, остров там. Так, что здесь? Это какой-то другой обломок? А, ну просто кусок какой-то. Так, не потерять бы мне сейчас направление моего острова куда-то туда. Я, конечно, здесь сплаваю, но, по-моему, тут ничего интересного нет для меня. Так, это все неинтересно. Ну да. Просто небольшой кусок, в котором нет ничего. Ой, ёптыть! Вот только вас тут ничего не хватало. Да. Пусто, не густо. Так, правильно все поплыл-то? Давай сейчас сплывем. Так, мне вон туда как раз прямиком. То есть вот в это направление. Ну, мотыль правильно стоит. Куда надо. Добро пожаловать на борт, капитан. Опа. Так, а вас можешь сканировать? Ой, ё-моё. Все понятно с вами, товарищи. Так, какая-то пещера. Ой-ой-ой. Вот он остров. Вот он остров. Так, сейчас я, получается, тут его помечу. Так, на него мы тоже обязательно вернемся, но потом. Потом. Так, ладненько. Где тут у меня грузовой отсек-то? Так. Остров один. Все. Так, ну, допустим, если делать ядерный реактор, то мне эти нужны. Зелененькие, настураты, наскураты. Они вроде как бы здесь должны быть. Пескун дохлый, что ли?
Что-то как-то тут не густо. Ладненько, поплыли. Конечно, для базы здесь место это не подходит, 100%. Надо, кстати, как-нибудь сохранить там с вами, друзья, а то мало ли, вдруг сейчас еще и проиграем. Так, что у нас там по состоянию на нашего мотылька там? Так, это я пометил. Надо теперь только искать подходящую площадку для базы. Хорошую, такую ровную. Да чё ты орёшь-то? Оруны. Ну вот, в принципе, можно будет где-нибудь здесь. О, тут еще обломок какой-то здоровый. Так, ну, по-моему, мотылек. Да, это мотылек. По-моему, как раз я здесь-то и был. Помирал-то. Часто где. Здесь, по-моему, есть капсула одна спасательная. Так, давайте, наверное, тут... Сейчас сохранюсь. Да, вот тут, кстати, можно будет заплыть. А тебя не сканировал разве? Обезвоживание. О, это не проблема вообще. Синтезирован новый чертеж. Важные показатели стабилизированы. Да ладно. Я и фоторамку не сканировал. Синтезирован новый чертеж. Кстати, раньше можно было как-то с помощью пропульсионной пушки сюда выламывать. Не знаю, работает ли это сейчас. Не, не работает. А раньше можно было, кстати. Так, это что такое? Хм, нифига себе. Вот типа поворотец. Так, ну это сборщик транспорта мне не нужен. Да отвали ты. Так, ладненько. В принципе, здесь можно будет... Горшок для растений. Какой шум-то. Стеллаж. Синтезирован новый чертеж. Слышь, отвали, а то я сейчас тебе тут просто раскромсаю. Шел туда он. Кстати, подожди, надо всплыть. Или со стороны, кстати, подвести мотылька моего. Да. Потому что там, в принципе, получается, ничего нет полезного. С этой стороны, кстати, больше интересно. Так, ладно, это я все отсканировал. Здесь завалено. Надеюсь, что хватит, в принципе, энергии. Нет, мне батарейка, в принципе, есть. Не жалко. Не, я, по-моему, здесь не был тогда, получается, на этом куске. Слишком много здесь еще в самом начале отсканировано, да? Блин, тут везде одна вода. Так, это что?
Легкий баллон высокой емкости легко обеспечивает лучшую подвижность. Так, ну сюда бы я по-любому не заплыл бы. Мне бы энергоячеечки бы зарядку, вот это было бы самое то. Так, а что, здесь больше ничего в принципе нет? А. Что-то да есть, но давайте лучше я всплыву сейчас. Вон. Так, хорошо. Тут уже интересней. Так, консоль улучшения транспорта. Постройте стыковочных шахт, чтобы улучшать пристыковочный транспорт. О! Вот это то, что нужно. Синтезирован новый сборщик транспорта мне не нужен. Устройство батареек тоже не надо. Устройство батареек тоже опять-таки не надо. Так, это лазерный резак. Пропульсионная тоже не нужна. Так, ну и получается все. Жалко, я не нашел еще что-нибудь на энергоячеечке зарядку. На батарейке-то нашел. Так, это у нас что? Это, по-моему, сборщик транспорта. Ну и вроде как все. Вроде как бы все. Ну, неплохо. Неплохо поплавали. О, кстати. Плакат еще один. А что-то я его даже не заметил здесь. Бывает, бывает. Так, мы с вами искали место для базы. А в итоге нашли целый обломок. Так, остров это один туда. А где наша капсула-то? А, ну я так где примерно здесь хотел поставить. Вот, кстати, да. Еще одна спасательная капсула. Ну, по-моему, здесь я был. Не был, представляешь? Это как так-то? Сверхскользкие ласты. Обтекаемые формы существенно повышают скорость плавания по сравнению с обычными ластами. Вроде как у нас есть она. Да, она у нас есть. Свинец. И КПКшечка. Вы что делаете? Вас так долго не было, я уже подумала, что вы утонули. Это не аварийная ракета. Я пытаюсь привлечь чье-нибудь внимание. Прекратите ей так размахивать, вы подожжете топливопровод. Понятно все. Сами себя взорвали. А, там еще КПКшка валяется. Ну-ка. Так, подожди, во-первых, надо будет хряпнуть тебя. Данные нового КПК обработаны. Мэм, я прошу вас сохранять спокойствие. Сейчас мы вне опасности. А где спасатели? Авроры больше нет. Так, где же спасатели? Они погибли, мэм. У нас есть координаты места встречи, но по пути сильное радиационное заражение. И что вы собираетесь делать? Я глава отдела кадров, мэм. Это не в моей компетенции. Но КПК говорит, что если мы найдем свинец, то сможем сделать противорадиационные костюмы. Я не сделаю шага из этой капсулы без должной защиты. Не волнуйтесь, я пойду.
Хм, не волнуйтесь. Я пойду, такой у нее голос противный, фу. Так, это что такое? Ну, это, скорее всего, комната сканирования, опять-таки, очень похожа. Нет, это биореактор. А биореактор у меня, в принципе, есть. Тоже биореактор. Очередной какой-то обломок. Это мотылек. Биореактор у нас есть. Блин, вот опять-таки, полчаса занимаемся всякой ерундой. Мы даже не начали строить базу. Вообще не начали строить базу. Так, возьму-ка, наверное, тебе на всякий случай обломок, чтобы у меня был лом. Давайте я тоже на всякий случай возьму. Так, ну что-то как-то не густо. Что-то не могу себе выбрать место для базы. Ну, в принципе, можно где-нибудь здесь строить. Поверхность более-менее ровная. Лома тут, кстати, дофига. Так что за титаном плавать не проблема. Ну а что, интересное место. Правда, глубина не очень мне не нравится. Я хотел бы поглубже где-нибудь. Но можно где-нибудь здесь разместить. До того острова километр. Туда полтора. Тут недалеко, в принципе, Аврора. Да, наверное, где-то здесь будем строить. Только я забыл единственное построить это... строитель. У меня нет инструмента строитель, поэтому надо будет... по-любому вернуться на базу. А, тут, в принципе, недалеко от нас. Ну что, неплохо. Неплохо. Много чего пособирали, так что... Да, можно даже где-то вот здесь вот строить базу, чего бы нет. Далеко от той. Зато нормальная, полноценная база будет. Все, что, в принципе, надо потом для сбора всяких растений, мы с вами будем выращивать отдельно. Внутри в базе, снаружи базы, так что это не проблема по растениям. Сразу, наверное, переработаем в титан. Так. Инструмент строитель. У меня его нет, мне нужна микросхема, комплект проводов. Микросхема где-то у меня была. А комплект проводов сделать из чего? Из двух серебряных руд. Не хватает. Так, ну плакат оставлю здесь. Кстати, надо рыбку поесть. Точно. О! Замечательно. Так, теперь комплект проводов. Ну и, в принципе, сам строитель. А микросхема что, не взял, что ли, разве? Подожди, это что? Ладно. Так, надо поесть, попить. Окей. Бахнули. Надо бы сейчас тогда наловить рыбок. Строительный инструмент предназначен для возведения жилища, способного выдержать любые условия окружающей среды. Ну и замечательно. Ну и замечательно. Так, что там потребуется? Во-первых, для платформы требуется титан и свинец. Блин, по-моему, раньше был только титан требовался. Для многоцелевой комнаты только титан. Угу. Хорошо. Здесь для первой электроэнергии нам потребуется... кварц, медная руда. Подожди, а где у меня ядерная электроэнергия?
странно. А, это внешний модуль, это внутренний модуль. Понятно. Вот не успел досканировать все полностью. О, тут сколько всего. Тут всего дофига. В общем, пока нужен, получается, свинец и титан. То есть дофига свинца и титана. Свинец есть, я весь тут его заберу, получается. Медную руду, серебряную, литий оставлю. Медную руду и кварц заберу. Так, ну и вроде как пока, в принципе, все. Здесь все. Так, здесь что у нас есть? Свинец тоже заберу. В принципе, получается тоже все. Кончилось. Так, ну ракеты тогда вот эти вот оставлю. Так, еще свинец. Воду оставлю. Медную руду заберу. Титан еще, в принципе, есть, тоже заберу. Так, ну пока, в принципе, все. По идее, могу еще... Что-то еще есть какое-то сообщение. В мотылек все сложить. Говорит спасательная капсула 6. Здесь на борту пассажир. Координаты прилагаю. Мы приземлились в километре от места крушения, но между нами и местом встречи находится радиация. Прошу немедленной помощи. Капсула 6. Конец связи. Так мы у вас там уже были. Мы координаты у вас... Координаты места встречи искажены. Загружены координаты источника передачи. Мы у вас там уже были. Так. Репульсион, наверное, уберу. Давай еще собирать. Так, свинец. Все остальное пока не требуется. Аптечки, кстати, заберу, потому что мало ли вдруг кто-нибудь нападет. И будет все плохо. Так, здесь еще. Еще свинец, еще медная руда. Комплект проводов пока все это дело не надо. Еще свинец даже есть. Так, место в мотыльке осталось, интересно. Да, осталось. А, кварц и медную руду пока туда переложу. Так, золото пока мне это не требуется, все. Это я здесь был, да? Да. Так, теперь давай здесь смотреть. Здесь ничего. Здесь тоже. А тут уже полезное есть. Так, кварц. Давай, наверное, сканер пока тоже уберу. Медную руду заберу. Все, в принципе, пока получается, что все. Давай смотреть, где у нас. Аврора-то. Ай-яй-яй. Вот Аврора, где-то примерно здесь мы с вами будем строить тогда свою базу. Ну, вот тут неплохая, в принципе, позиция, но что-то как-то глубина меня смущает. Чуть пониже было бы прям идеально. Конечно, песчаные акулы мешать будут, наверное, все-таки, да? Может, где-то, кстати, здесь. Но, опять-таки, песчаные акулы здесь есть. Не, вот тут, в принципе, неплохо. А, нет, там стреляющие эти твари. Надо как-то более безопасную область. Может, тогда чуть выше, но здесь вот лучше. Вы не приборзили там, товарищи? Да, вот где-то, наверное, примерно здесь и начнем, в принципе, с вами строить.
Невысокая, конечно, глубина, но все-таки, в принципе, неплохо. Так, ладно, берем туда строитель. Берем туда фундамент. На высоте, наверное, пусть будем, вернее, на глубине. Ну, пусть будет, наверное, 60 метров. Вот, прям ровно 60, наверное, да? Ну, давай первый хотя бы начнем строить. Так, есть первая площадка. Так, мне таких надо в рядок штук 3. Вот. Штук 3 так в рядок. Ну и... Ну так пока, в принципе, не знаю, сколько потребуется. Давай 3 на 3, что ли, сделаем пока. Главное, чтобы хватило у меня припасов. Свинец, кстати, заканчивается. Свинец последний, получается, будет. Так, ну допустим. Пока 2 на 3. 2 на 3, давай пока... 30 секунд. Блин. Ладно, сейчас. Хотел сказать, запитаем. Но сначала, наверное, тут позабираю все. Вот. Добро пожаловать на борт, капитан. Но уже неплохо. Уже неплохо, хоть какая-то есть основа. Но нужен опять-таки титан, получается. Ой, этот титан, свинец. Свинец. Без свинца никуда. Но свинец, по-моему, где-то здесь был у нас. Это, наверное, литий. Да, это литий. А это что такое? Фрагмент стыковочной шахты. У меня она, в принципе, есть. Вот, дай, пожалуйста, свинец. Дай свинец. Золото. Это тоже литий. Кстати говоря, корпус там этого мотылька. У этого, циклопа. Корпус циклопа. Так, ну свинец один не получится. Давайте тогда поставим хотя бы... Ну, не знаю, что построить бы сейчас бы. Что бы сейчас бы построить, как бы базу построить. Вот мне нравится Т-образный отсек для начала. Вот чтобы немножко разделить. То есть как бы были, чтобы коридорчики какие-нибудь... Так, 30 секунд. Чтобы сделать кварц титан, у меня, в принципе, есть. Так, запитать немножечко. Не хватает титана, серьезно? Блин. Кислород. Все, 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 не кричи. Не кричи, вон тут сейчас наберем титана. Тут либо медь, либо титан. Тут, кстати, получается целый этот для сбора как раз крабом.
Так, ну окей. Вход есть? Добро пожаловать на борт, капитан. Питание восстановлено. Отлично. Все основные системы активны. Неплохо, неплохо. Так, но титана не хватает, да, у нас? Да, надо больше титана. Ну, блин, обломки есть, но надо тогда плыть к себе. Блин, это медь. Так, а кстати говоря, если самому сделать сейчас сборщик... Сборщик сделать. Что потребуется? Образец пластинчатого коралла требуется всего лишь-то. Слушай, ну, по-моему, я смогу его добыть, только мне нужен ножик. Так, на единичку пойдешь. Ну, это где-то там пока. Зато, по крайней мере, здесь у нас будет хотя бы свой изготовитель. Не помню, здесь ли есть или нет, но, по-моему, здесь нет этих пластичных кораллов. Они есть, но не те. Древоспины плавают. Ладно, тут, в принципе, сплаваем, тут недалеко. Хотя можно, в принципе, на базу смотаться. Ну, если тогда на базу пойду, тогда давай сделаем титанчик из обломков. Так, где мой мотылёк? Да, постройка базы, это, конечно, ответственный этап. Вот, кстати, они. Так, ну, по-моему, 4 кусочка дается. Отлично. Этого пока, в принципе, должно хватить. Кстати говоря, надо пометить нашу базу, строящуюся, потому что они никак не отмечаются, наша база. А то потом я ее не найду. Я, кстати, возможно, уже и сейчас ее не найду уже. Потому что мы здесь не плыли. Да. Я, походу, потерял свою базу. Так, это куда сейчас я плыву? Не, мне надо к первому острову. Я не в ту степь поплыл. Вот это я молодец. Блин, я реально сейчас не найду. Вот будет прикол. Это я молодец. Там сколько у нас было? 60 метров? Рекомендуется найти источник калорий. Да подожди ты. У меня вроде как есть. Важные показатели стабилизированы. Мать, я базу свою потерял, представляешь? А не, о, нашел. Нашел. Нашел свою родную. Блин, надо все-таки ставить маячок. Так, все, влазим. А где тут у нас маячок?
Под базу прям поставлю. Так, моя база. Окей. Так, ну теперь можно, в принципе, заплывать вовнутрь. Так, строим тогда тебя. Пока сюда. Так, мне, по идее, сейчас уже нужны только конкретно большие эти. Основная жилая комната. Вот. Первое. И мне, кстати, непонятно вот этот вот вещь, вертикальный соединитель. Чтобы повысить работоспособность, разделяйте пространство для работы и для отдыха. Относитесь к этому месту как к дому, но не забывайте, что это не так. Чё он, бляха-муха, делает? Куда его соединять? Внутри в базе? Да вроде как нет. То есть как бы я реально не понимаю, нафига он нужен. Так, ладно, в принципе, одна уже, получается, у нас с вами есть. Площадка. Следующая. Титан закончился. Не проблема. Я тебя сейчас покусаюсь. Так, ну надо побольше только электроэнергии. Потому что... одной явно здесь не хватит. Так, хорошо. Отлично. Прям замечательно. Давайте теперь поставим еще парочку. И еще одну. Сможешь? Сможет. Че, титан кончился, что ли, опять? А, кварц кончился. Так, а кварц у меня был в мотыльке-то? По-моему, был. Тут просто везде соль. Нет, нету кварца, офигеть. Блин, это тогда проблема. Так, вижу кварц. Отлично. Пока одного, в принципе, хватит. Блин, модуль. Это, кстати, что, медь? Медная руда у нас есть, соль у нас здесь есть, титан у нас здесь есть. Вообще шикарно. Так, сканирование заберу. А у меня его и нету. Блин, я его, походу, на базе оставил. Этот я молодец. 30 секунд. Да сейчас, мать, подожди. О, замечательно. 225, неплохо. Две комнаты у нас, в принципе, есть с вами. Теперь можно будет пойти сюда, в эту степь. Свинца, к сожалению, только один. Надо побольше. Так, давай еще комнату. А что ты не хочешь? Во.
Говорит, не хочу, и все. Вот наглый. Так, 16,3 получается корпус, прочность. Так, давай, наверное, попробуем вот такой коридорчик. Ну да, нормально. Так, и еще одна. Титана нету? Проблема. А вот, в принципе, и кварц. Полон. Инвентарь полон. Добро пожаловать на борт, капитан. Здорово. Здорово, здорово. Так, ну что, уже темнеет. Класс. Мне прямо тут очень нравится. Я не знаю, правда, сюда влезет ли еще одна какая-нибудь. Но походу не влезает. Походу не влезает. А если поставить тебя? Ну, как-то не особо, да, он? Ну, тут, конечно, можно, получается, соединить. То есть это сейчас мы с вами разберем. Куда мы сейчас сюда поставим, пока временно. Так. Вряд ли, конечно, здесь получится поставить... Да, он сюда не пойдет. А вот так он, в принципе, должен зайти. И еще один. Ну, шикарно же. Офигительно с вами база получается. Не понял. А я думал, вы соединитесь, нет? А он, оказывается, не захотел. Так, а если... Смотри. Этот разобрать... Это тоже получается разобрать. Вот так тебя поставить. Вот. Теперь смотри, значит. Так, тебя тогда получается тоже разобрать. Блин, инвентарь полон, серьезно. Так, хорошо. Так, если я поставлю здесь вот такой вот ящик. Я пока что оставлю, потому что мы сейчас будем тут немножко перестраивать. И мне нужно место. Мне реально нужно место. Предупреждение. Так. Включено резервное питание. Да-да-да. Так, теперь тебя разобрать. Во, теперь смотри. Не то. Теперь ставим, получается, вот тебя. X-образный. Во. И вход. В смысле, титана не хватает? Да ты издеваешься? Не хватило титана? Как так-то?
Черт возьми. Ну, плохо все. Надо теперь конкретно искать титан. Сколько надо, кстати, титана? Одного титана не хватило. Да. Блин, как все плохо-то. Есть титан. Вот это да. Не хватило одного титанчика. Во. Так, теперь давай панель. 30 секунд. Ты издеваешься, да? Куда-то весь титан, получается, просрал. Добро пожаловать на борт, капитан. Пожаловать, добро. Так, давай искать. Мне нужно два титана срочно. Блин, тут два целых корпуса валяется. Надо все это дело сканировать. Это, блин, медь. Вот когда реально нужен титан, титана нифига нет. Куски есть металлолома, но, блин, где их переработают-то теперь? Так, это, по-моему, тоже медь. О-о-о-о-о-о-о, черт. Блин, вот как не вовремя-то. Два титана теперь требуется. Раз титан. Ну офигеть. Два титан, отлично. Фух. О, кстати. Блин, это медь. Ха. А это медь. Так, ладненько, продолжаем строить. Шикарно. Питание так, восстановлено. Все основные системы активны. О, все влезло. Все влезло, надо будет только сейчас здесь, получается, еще поставить. Как хорошо там. Так, ну и последнее. Так, ну я думаю, в принципе, 3 это должно хватить. Да, ё-моё. Просто шикарно. Так, нам бы теперь бы сейчас бы пристыковать бы нашего мотылька. Что нам потребуется для этой стыковочной платформы? Титановый слиток, смазка и два свинца, опять-таки. Вот свинцом прям реально проблемы. Так, у нас, по-моему, не ночь сейчас. Сейчас не ночь, сейчас просто этот... Да. Затмение солнечное. Так, где-то что-то я здесь видел. Так, это не то. Хотя алмаз пригодится. Вот, свинец нужен. Вот, спасибо, свинец есть.
Так, свинец и куча титана. Так, надо бы сейчас еще понабрать... Сейчас сделать, кстати, грядки наружные. Было бы сейчас самое то. Вот смотри. Где мои наружные грядки? Внутренние это не то. Вот, наружные. Мы прям здесь сейчас поставим. Она никак не мешает у нас с вами прочности корпуса. Культивирование местной фауны – верный путь к выживанию. Ого. Крейг МакГилл продержался 47 месяцев на здоровой диете из сырых древесных тараканов и болотных корней. Так, может быть лучше в мотылек? Так, мне нужны водоросли. Водоросли были где-то здесь. Блин, надо уже заканчивать серию, что у нас опять-таки за час вышло. Ну блин, в нее прям хочется играть, 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 играть. Она вот не отпускает вообще ни грамма. Сейчас мы там свои водоросли посадим. Че, серьезно? Блин, придется лететь на базу. Потому что у меня воды нет. А там, по-моему, где-то у меня была вода. О, кстати, водоросли. Кстати говоря, а у меня там есть место хотя бы? Блин, у меня места нифига нету. Блин, устроить базу это еще то удовольствие. Ау, сам себе, блин, пихнул. Так, где-то была вода от меня. Важные показатели стабилизированы. Так, хорошо. Иди сюда. Иди сюда, глазастик. Хорош. О, замечательно. Так, можно вот туда сейчас что-нибудь оставить в мотыльке. И, в принципе... пойти за водорослями. Так. Оставлю, наверное, я вот тебя вот. А, мне потребуется для... Нет, не сюда. Для смазки. Сколько потребуется мне водорослей? Ух ты, ё-моё, тут сколько всего. Так, ладно, все потом. Смазка, смазка, смазка. Мне там требуется одна смазка. Одни грозди. Хорошо. А, первым делом давайте все-таки грозди. То есть одними как раз на смазку, еще одни на того, чтобы посадить. Нужно именно грозди сажать. Тогда будут появляться грозди. То есть если водоросли, то они будут только одними водорослями. А если будут грозди, то будут конкретно грозди. Это же я проверял. Так, раз. Че, все что ли? Нет. Ну, что не так-то? Во, теперь все. И на базу. Сейчас, в общем, построим себе базу для мотылька. И, в принципе, будем на сегодня тогда заканчивать, друзья. Я, наверное, за кадром. Наверное, все-таки лучше за кадром, хотя бы либо пособираю ресурсы, либо построю базу, потому что все-таки база это такой процесс очень долгий, за час там не уложишься, хочется построиться все, что есть, все, что имеется в наличии, поэтому надо именно пристыковать мотылек, чтобы он хотя бы заряжался, потому что у нас так нет пока зарядки для энергоячеек, поэтому надо нам своего пристыковать.
А так, в принципе, выходит неплохая база. Так. Раз, два посадили. Пока пусть растут. Добро пожаловать на борт, капитан. Здорово. Так, смазка одна. Сколько надо будет титановых слитков? Вот в чем вопрос. Еще один. Еще один. Так, у меня где-то, по-моему, там был в мотыльке лом. Тихо. А, нет, лом как раз я переработал. То есть мне не хватает сейчас конкретно. А, он опять появляется, что ли? Серьезно? Не, ну это, конечно, хорошо, прикольно. Так, ну вроде как этого должно, в принципе, хватить. Ладно, давай на всякий случай еще вот здесь вот возьму. Отличненько. Ну все, строим базу для мотылька. Всего вроде должно хватить. Замечательно, друзья, замечательно. Все, мотылек. Добро пожаловать на борт, мотылек. У меня, кстати, бьют две такие. Одна для мотылька, вторая для краба. Так, заряжаешься? Так, мне надо тогда тебя починить. Из-за долгого отсутствия человеческого общения вы можете ощущать психологический дискомфорт. Это нормально. Согласно исследованиям, ваше состояние облегчится, если вы заведете питомца или начнете общаться с неживым предметом. Да, спасибо. Так, не могу понять, ты заряжаешься, нет? Да, заряжается, отличненько. Замечательно. Ну что, вот такая у нас, в принципе, пока база. Пока пустая, но мы постепенно с вами ее наполним всем необходимым. Либо все-таки делаю за кадром, либо за кадром пособираю ресурсы. И мы с вами будем тогда здесь постепенно ее усовершенствовать. Ну а на сегодня все, друзья, у меня. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочки под видео. С вами был Азарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.